Приходит бабулька к врачу, доктор говорит: «Ну, бабулечка, проходите за ширму, как будете готовы, так позовите». Через некоторое время из-за ширмы голос: «Иди сюда, баловник!» Едет бабулька в трамвае, трогает за плечо молодого человека и спрашивает: «Вы сейчас слазите?» На что он отвечает: «Бабулечка, я слазю по утрам, и то только с хороших девушек». На что бабулька отвечает: «Сопляк, молокоотсос, в наше время с хороших девушек не слазили, а сползали». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.